В Австрии Косово назвали частью Сербии. Сербия, которая является кандидатом на вступление в Евросоюз, по требованию Брюсселя должна наладить свои отношения с Косово. Хотя формально Брюссель не требует дипломатического признания Косово. Вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой партии «Свободы» Хайнц Кристиан Штрахе, вопреки предыдущей политике его страны, назвал Косово частью Сербии. Об этом он сказал в интервью правительственному белградскому изданию «Политайк» накануне визита в Сербию, сообщает «Кронензайтен». Косово, несомненно, является частью Сербии, заявил Штрахе, отметив, что его партия резко критиковала признание независимости Косово Австрии несколько лет назад. Впрочем, по словам Штрахе, это факт, который сегодня изменить нельзя. По мнению вице-канцлера, неправильно давить на Сербию в связи с признанием Косово Белградом. В то же время он считает, что Австрия как нейтральная страна могла бы сыграть роль посредника в косовско-сербских переговорах. Штрахе также подчеркнул право сербов, живущих на севере Косово, на самоопределение или автономию. Для этого нужны длительные и сложные переговоры, добавил он. Напомним, Сербия, которая является кандидатом на вступление в ЕС по требованию Брюсселя, должна наладить свои отношения с Косово. Хотя формально Брюссель не требует дипломатического признания Косово, Белград к запланированному в 2025 году вступлению в ЕС должен подписать двусторонний сербско-косовский договор, который позволял бы Косово вступить в международные организации, включая ООН. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.